Как рассказали эксперты, онлайн-реклама сегодня имеет массу преимуществ перед традиционными офлайн-методами продвижения бизнеса. Первым и самым основным преимуществом онлайн-рекламы называют целенаправленный показ людям, которым это действительно интересно. В отличие от объявлений на подъезде, которые висят для всех. Реклама в интернете сама находит заинтересованных людей, тем самым увеличивая шансы привлечения клиентов. Выбор определенного канала и в дальнейшем его потихоньку оптимизация для того, чтобы провести больше клиентов, меньше расходовать на эту рекламу, больше получать какой-то поток, расширение на различные другие регионы и так далее и тому подобное, это безусловный плюс. По мнению предпринимателей, современный бизнес должен объединять в себе и онлайн, и офлайн рекламу, включая в себя все самое лучшее из этих двух направлений. Делать это грамотно оренбуржцев научат спикеры с многолетним опытом работы в этой сфере. Они прочитают лекции в рамках второй евразийской диджитал-конференции. Думаю, что однажды случится так, что люди проснутся и поймут, что они уже в интернете так или иначе, то есть даже если их там нет, потому что интернет становится более реальным, чем вот та реальность, которой мы еще по старинке привыкли. Вопрос времени, когда там окажется последний приверженец традиционных методик продвижения и управления бизнесом. Рассказать оренбуржцам о плюсах и минусах интернет-продвижения готовы 30 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Конференция пройдет 2 и 3 октября в Мегамолл Армада. Регистрация участников проходит на сайте конференции, ссылка на экране. Вход на нее стоит 2500 рублей. Валерия Шарова, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ.